Ожидаемая продолжительность жизни россиян к 2030 году должна составить 78 лет. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля. В документе президент также определил ряд социальных, экономических и экологических задач. Кроме того, согласно тексту, в рамках национальной цели сохранения населения, здоровья и благополучия людей планируется достичь устойчивого роста численности населения страны, снизить уровень бедности в два раза по сравнению с 2017 годом, а также до 70% увеличить долю граждан, которые систематически занимаются спортом.